Привет, дорогие друзья, у микрофона Горин Илья. Я думаю, что многие из нас воспитывались на старых добрых советских мультиках. И я думаю, ни одного меня пугают современные детские проекты. Однако ко мне в руки попалась довольно качественная игра от русских разработчиков. Сегодня вспоминаем детство и играем в развивающую игру для малышей. Поехали! Игра рассчитана для детей возраста от 4 до 8 лет. Реализация радует глаз, все выглядит очень красиво в таком старом добром мультяшном стиле с качественной анимацией. В самом начале нам дается карта, где на каждом из уровней маленького путешественника ждет какое-нибудь интересное задание. В основном здесь мы будем соединять различные предметы, кормить зверей или что-нибудь искать. Таким образом, ребенок развивает свой интеллект, логику и внимательность. Давайте попробуем собрать яблоко. Вот таким простым способом проходим здесь уровни. Для управления необходимо просто нажимать на экран. Игрушка, на мой взгляд, получилась хорошей, красивой и, самое главное, доброй. Радует, что разработчики задумываются и о младшем поколении, создавая такие игры. Игрушка, конечно, доступна абсолютно бесплатно. Ну а на этом, пожалуй, на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Также вступайте в сообщество ВКонтакте Toys Android. А для вас работал Горин Илья. До скорой встречи всем. Пока. В его руках отчасти ключи, потому он так везут. Все песенки о нем поют. Скажите, как?